Глава государства принял участие в новогоднем столичном благотворительном бале. Обращаясь к присутствующим, президент отметил, что Новый год всегда приносит с собой позитивный настрой и надежды на лучшее будущее. Уходящий год запомнится казахстанцам благодаря ярким и масштабным событиям – зимней универсиаде в Алматы и экспо в столице. Отдельно Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах продвижения мирных инициатив нашей страны в Совете безопасности ООН и предстоящем председательстве Казахстана в этом международном органе. Все это, по словам президента, говорит об исключительном доверии нашему государству и важно, чтобы каждый гражданин чувствовал сопричастность к успехам страны. Нурсултан Назарбаев поздравил всех с наступающим праздником и пожелал здоровья, радости и счастья. Отмечу, вырученные с новогоднего бала средства направят на благотворительность. Дорогие друзья, я прибыл, чтобы поздравить вас с наступающим Новым годом. Новый год всегда светлый праздник. Не только детские, но и взрослые любят этот праздник. Мы тоже живем в ожидании чуда. Все желания находятся внутри нас. Бог, когда создал людей, создал все животные, все, и Он говорит, вот, все хотят счастья. Где мне спрятать это счастье? В земле спрячу, найдут, в воде найдут, в небе найдут. Давай-ка я спрячу счастье в каждом человеке. Так что счастье в каждом из нас. Только надо сильно захотеть и надо стремиться, чтобы достичь этого счастья. И он из вас выйдет и придет к вам обязательно. Счастья вам желаю. Наступает 18-й год. Важный, каждый год по-своему важен. Каждый год большой в трудах проходит. Такова жизнь, такой мир сейчас. В этом году мы начинаем председательствовать в Совете безопасности ООН. Это исключительное доверие молодому государству, которое оказывает более 200 стран мира. И мы дорожим этим, и мы будем с января месяца там председательствовать. Следующий год, я думаю, год съезда мировых традиционных религий, год саммита совещания по мерам доверия в Азии. То есть много замечательных больших дел, больших вопросов, свидетелями которых мы будем. Самое главное, это хотим мы, чтобы это был еще один добрый шаг на пути развития, расцвета нашей страны на благо нашего народа. И я хочу пожелать вам всего самого доброго, счастья большого, крепкого здоровья. Я вам, всем казахстанцам, еще буду 31-го ночью поздравлять. Еще раз искренне желаю, чтобы было все хорошо в жизни. Самое главное был мир над нашей страной. Радость, чтобы я больше видел у наших граждан. Я уже говорил, есть, конечно, люди, которым не устроились в этой жизни, не получилось, плоховато живется. Но мы все на то работаем, чтобы лучше жить, страна наша процветала и свое доброе место в этом бушующем мире занимала. Самое главное – наша дружба, наше доверие друг к другу, наше уважение друг к другу, наша поддержка друг к другу. С Новым годом! Футболисты столичной Астаны передали президенту футбольный мяч. Напомню, в начале декабря они одержали победу над чешской Славией и по результатам игры вышли в плей-офф Лиги Европы.